Всем привет, с вами Мирон. Сегодня вы хотите узнать одно видео. Она будет очень секретной. Думаю, вы когда-то, я у себя дома. Я вам эту игру, и вы набрали, я вам буду сейчас говорить, какие монстры. Какие. И как они называются. Это вот зовут Титмон. Да, вы уже увидели. А вот это бегун. Ой. Ну да, да, да. Надо их поугать, конечно. Желтый. Это... А что за... это что такое? Непонятно, ему все интересно. Но что такое интересно? Эдгар. Чтобы делать из баганова, я потом вам скажу. Потом посолодку или умрешь. Давай ему сделаем вот это. Чтобы он не дрался. Да, чтобы он не дрался. Дать ему на. Ну ладно, он будет не за баганова, а то это сосана будет с моей стороны. Ну все, давай. Я запомню всегда, когда он меня просто покружил и убежал. Когда это было игра с оружием. Когда он был с оружием, он попрыгал. Я это всегда запомнил. Это будет всегда запоминать. Сейчас буду его убивать. А чё это? Это бессмертная энка. Вы не говорите, что это бессмертная энка? Пишите в комментариях, это бессмертная энка. Или вы так думаете, что он бессмертный? Это глупый. Давай создам свою карту. Самую крутую. А можно сделать вот так ее? Нет. Вот так. Это паразит. Делаем вот так. Я могу показать, но эту карту вы просто будете поразимы. Ты говоришь, что ты хочешь сделать? А вы знаете, что я хочу сделать? Нет, конечно. Что вы должны знать это? Откуда? Мы это знаем. Да, и надо испытать, конечно, эту карту обосланную. Кого? Я ничего не понял, но я не хочу ее создавать. Идем там, идем за мной. Секретные карты. Ну давай я его не буду давать. Ну это убийца. Эдгар. Эдгар, я имею в виду Эдгар. Да, это один на один. Легко, конечно, победить этого игрока. Или вы бацы, то создайте свою карту, которую хотите поиграть. Ай-яй-яй, уйди ты отсюда, ты просто тут говно. Чё, а если бы попросил, вы сказали. Как вы хотите победить игрока, который невозможно победить, убийцу? Который сейчас убивает. Видите снайперную винтовку? В смысле, а как она растет? Нет, ну не по себе стало. Это бессмертный Эдгар. Что в смысле он такой сильный? Нет, нас сейчас придавят. Но возможно, тут есть вот это. Что уже придавило бы? Ё-моё, нет. На. Что делать с этим бессмертным Энгаром? Ну, вы говорите, это нечестно. Ну, оп. Сейчас. Лазерную винтовку выковать вообще невозможно. А если я выберу, что вы мне скажете? С одной хп. Он мне... А, я. Он за одну секунду устанавливает свою фигню. А, ха, я... Он бот, конечно. Лучше.
Ведь я у моей жены выдумала новые серии дисков. Ну, это мультивселенная какая-то, я уже забыла. Ну, моя аватарка, вы знаете уже. Скокмен, то ли тот вот это. Когда он у меня был, но сейчас у меня его нет. Это все правда. Вы помните про этот фильм? Вы помните? Про этого единица старого. Я вам... А сейчас он был новый. Ну да. Я был какой-то Бонни картой. Бонни. Как тебе так везет? Я понял слайд. Как ему так везет? Это вечеринка, тусовый, да. Когда он меня убьет 2 хп, он взлетит. Ну, он тебя точно убьет. Нет. Лазером я его легко убью. Потому что он... А, что? Так что, если он 2 хп, что за карта? Да, блин, вы запомнили про эту карту, конечно. Да ё-моё! Вот, блин, мучили. Это пошли. Я знаю уже, что это карта. То говно. Да блин, это надо перепрыгнуть. Слай. Это понадобится что-то другое. Это обновление. Кого? Нет, я не хочу туда. Нет, я хочу туда. Пустите. Пожалуйста, впустите, я не хочу умирать как молодой. Нет. А как он... скажите мне, пожалуйста, что я вообще меня закрыли. Да. Стопудово это ловушка. Ну да, я угадал. Я не такой глупый, как и все. Вот он так упадет. Да, он тут пропустил гавн. О! Ладно. Мне надо себе подохнуть. То, что... А, этот балл не считался. Где я ему дал оружие? Да, у него лазерная пушка. Да чтоб тебя там зажрали, на. На. Где я тебя спас? Я его спас? Да что от тебя там убил? Это больно. Я обидно. А когда моя карта победила? Ну, черная попалась. Правда, ему мучение. Но это недостаточно. Моей. Ну, вот эта карта точно говна. Да вот ты, пусть ты говн. Нет, мы выпустили шипы. Их надо закрыть, чтобы они нас не прикончили. Нет. Нет, я за голову не заслужил. Так, на сырах. Да, вот это у меня дебил, да, говно, блин. Это было как-то невозможно. Ну, я не знаю. Ну, как это на сырах разозлился? Да, на сырах. Да что-то он там говорит. А это больно, это боль. Это больно, блин. Нет. Я так больше не могу. Я проигрываю. Я вам впервые проиграл. Я 2 хп-шки. Я для... Он хоть убьет 2 хп-шного? То он нормальный. Сэр, да? В этом видео там был один бог. Вы это делали? Ай!
нельзя, как. Ну что, давай на мой Roblox. Чикинган его очень едко, но едко я уже почти пошел. Давай я поиграю потом. Баз, чес. Ты же баз. Гадива баз. А если вы играете в Brawl Stars, то переведите в посылке в комментариях. Мне очень интересно прочитать. Опа, вы видите, это не мои деньги. Где? Ага, вот мои деньги. Да, это мои лодки. Я сказал, или вы, брат, мне никого не интересно? То ждите, а мне на какую лодку там не хватило? На какую лодку не хватило? Ох, я думаю, у меня ничего не поможет. Кажется, у меня деньги закончились. Да уж, ну это просто у него. Подайте такую лодку. А здесь был такой лодку, как будто кто-то улица. Лодку можно открутить, чтобы выпал донатик. Ой, я потратил. Денег. Я устал. Я хочу сказать, мультик, а купи соединиться, потому что так скучно. Нам играть скучно. Давай присоединимся. Там нет игрока, я думаю. А вы что думали? Ага, у меня это. Какой-то вот, знаешь, чтобы сделать. Ничего, не кукуша, никак. Вот эта лодка, вот эта лодка, фигня. Познакомьтесь. Новые лодки. Лодки фигни, как вы знаете. Да. Хочу их продать. Вот такую лодку. Да, но сам никак нет.
постоянно, что она будет хоть какать, не кукоша. Она не кукошница, а это быстрый двигатель. Я не знаю, не это нота. Вы видите, у меня титищи. И видите, у меня все те. Ну да, я читик. Давайте здесь что-то Да, я делаю новую. Было. Видео поснимать, как я танцую. Думаю, вы никому не расскажете это. Не рассказывайте никому. Оп, капекса. И сохраняем. И потому что мои деньги, кажется, уже все закончили. Это круто. Да, очень круто. Смотрите, у меня процентов 5. Это видео всего лишь. Ну, я скину. Это видео, ну ты это не можешь. А вот что? Я задумал улететь в Дубай? Нет. А что это такое там? Вы хотите полетать на самолете, готовите? Ты пиво все что угодно. Главное то, что за подписки или за лайки. Это главное. Я чуть-чуть будет... не понял. Айс. Забыл. Это какашка. Вам дают это квесты? Пишите в комментариях. Это промокод, это титан. Знакомься. Это титан. Поняли. Титан Лимон. Ну вы хотите полетать на самолете? Ну хорошо, будет вам самолет. Ультрадвигатель включен. Потому что книга интересна, вот так. И раз, два, три, готовы? Не забудьте подписаться, а то я такой классный ролик сделал. После вот передумал. Ну, летайте, сколько захотите. А ты это понимаешь, хотите? Ну, это потом, это на потом оставим. Я могу дойти до вот этого конца. И вы говорите, выключи ультрадвигатель, то ты полетишь. Или ты нас просто обманываешь. Без этих ультрадвигателей ты ничего не наделаешь. Ты уже упадешь на карту? Ой. Я не хочу, не, на диване застрял. О, ой, лодка упала. Ой, я не вижу. Не лодка, а лодка. Каждой игрой мне дают больше и больше денег. Такого я бы не понял. По-моему, это надо. Идет.
Да, мне надо это тратить. Мне надо мне это сделать. Знаете, вот что я задумал? Что ты задумал? Украсить эту иконку. Красить? Да, я не очень люблю желтый. Я хочу сделать это все желтым. Чтоб некоторым игрокам понравилась эта лодка, а то красный — это мой самый любимый цвет. Я не хочу красить титана. Я тоже не хочу красить, нет. Ну все. Мне денег не хватит. Мне денег не хватит. Хорошо, что мне денег не хватит, но я не хочу, люблю желтый. То есть я люблю желтый. Ну когда-то мне нравится. Ну-ка. Опа, опа. Ой, вот этот синий, он тоже мой любимый, как красный. У меня два любимого цвета. Это вы смотрели видео про мои шкафы в туалете? Ну, напишите в комментариях о том. Конечно. Я буду потолок красить. Я не хочу делать алмазный. Это глянная, она плохая, мне кажется. Кажется, мы будем очень ее. Мы будем очень ее плюс. Если вам не нравится желтый, ставьте лайки. То есть, пишите в комментариях ваш любимый цвет. Если ваш любимый цвет желтый, это ваш нелюбимый. Я вам могу тоже подписаться. Если вы что-то видели, я что-то заметила, Как вы видите, что? Тебе показалось, может быть? Мне не показалось, мне структура не показалось. Да, я маленькая, конечно, тебе квартирка. Да, квартирка тебе маленькая. Я откушу немного. Я это сразу поем. Это база камерамен. Секреты. Опа. Круто. Вам нравится? Блин, мне надо делать титую, а то будет сейчас скоро титан к нам приедет. Вы скоро новые титои, и здесь будет титан. И сейчас я его построю. Титан спикермен. Да, только вам говорит, это не титан. Ну, ступного, да, конечно. Потому что он поломан. Вы же смотрели эту серию, да, фак бум. Да, это похоже на мобус. Да, ну зато вам нравится украшение, как я сделал. Но зато, по-моему, вам понятно. Можно ли? Вы хотите... Можешь контролировать водкой?
Я не люблю. Я такое не люблю. Фу. Mm-hmm.